Дети, на прошлом уроке я вам рассказал о смысле таких слов, как радость и счастье, их отличие и правильное их употребление в предложении. А сегодня я вам объясню смысл таких слов, как беда и несчастье, их отличие и правильное употребление в предложении. Аза Мхитаровна, можно вопрос? Говорите, Мхитарян. Сегодня у меня день рождения, можно уйти пораньше? Конечно, нет. Я с начала года 1000 раз говорила, что как ваши, так и дни рождения ваших матерей, отцов, бабушек и дедушек меня не волнуют. Все это не имеет отношения к нашим урокам. Так что вы все должны присутствовать на всех уроках. И это относится также к тебе. И после всего сказанного у меня пропала всякая охота тебя поздравлять. О чем я говорил? Разница слов «беда» и «несчастье». Наверное, вы все хорошо знаете смысл этих слов. Гор, что, как ты думаешь, означает слово «беда»? Отвечай. Это если бы вы вышли на свой балкон, а он вдруг внезапно обрушился, и вы вместе с балконом упали вниз. Очень-очень-очень остроумно, Гор. Но по смыслу правильно. А сейчас объясните мне значение слова «несчастье». Скажи ты, Мхитарян. А несчастье заключается в том, что это никогда не произойдет.